В столице открыт операционный центр под чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, работа которого заключается в качественном предоставлении информации, касающейся коронавирусной инфекции и вакцинации. Сотрудники центра предоставляют информацию на кыргызском, русском и английском языках. Каждый обратившийся сможет ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране, узнать сведения о наличии вакцины, свободных мест в больницах, проконсультироваться по поводу лечения от коронавирусной инфекции. Центр открыт при поддержке международных организаций. В будущем планируется открытие подобных центров в Аше, Чулпон-Ате, Джалал-Абаде и других крупных городах. В реальном времени центр будет осуществлять координацию над организациями общественного здравоохранения. Туда будут стекаться все данные со всех больниц, пунктов вакцинации и других учреждений. И мы выражаем огромную благодарность международным донорам за помощь в открытии этого центра.